Скажите, пожалуйста, почему, что вы требуете, почему вы вышли сейчас, кто вы вообще здесь, вы житель Алматы или... Да, я житель Алматы. До этого я жил... Громче можете? До этого я жил в городе Чизказган, Полтавская область. Все мои родственники и вся моя семья работали на металлургическом комбинате. Многие мои родственники работали в чизказганских шахтах. Отцы и родственники моих друзей работали в чизказганских шахтах или на комбинате. Я хочу сказать, нас таких в стране много. У каждого из нас в семье есть шахтеры, металлурги, нефтяники. Все, кто работают в добывающей промышленности, это просто рабы, которых загоняют как скот, чтобы добыть как можно больше сырья и как можно быстрее продать. Разве богатство, даже если богатство государства, могут стоить человеческой жизни? Я считаю, что не могут. Это не были неизбежные смерти. Это были смерти в результате халатности нерабочих, но халатности предпринимателей, которые не обеспечивают должную безопасность рабочим, которые не уважают их трудовые права. И у рабочих в данный момент нет возможности защищать свои права на предприятии. Потому что казахстанский суд всегда встает на сторону предпринимателей, а не рабочих. Законодательство не работает в сторону рабочих. Я требую соблюдения трудовых прав рабочих, добывающей и тяжелой промышленности Казахстана. Сколько еще человек должно умереть? Сколько еще денег на их костях должно быть собрано? Солидарность должна быть наша сила. Не молчите. Требуйте, чтобы им давали создавать независимые профсоюзы. Не государственные, независимые. Их собственные. Которые они сами создали на предприятии. Дайте им возможность защитить себя. Хватит вставать на сторону предпринимателей. Им на рабочих плевать. Я требую, чтобы самим рабочим дали право защищать самих себя.